Такие веселые старты школа бадминтона проводит регулярно, и к их названиям организаторы всегда подходят креативно. Летом эстафета «Овощной салат», весной «По дорогам сказок», ну и зимой самое волшебное – новогоднее. Главными участниками этого спортивного праздника, конечно, помимо самих детей, стали Дед Мороз и Снегурочка. Здравствуйте, мои друзья! Долго собирался я из своих лесов дремучих. Замело сугробов, туча, все дорожки замело. Пришел я все равно. После построения бадминтонистов поделили на три команды с равным количеством спортсменов. Капитаны команд жеребьевкой определили их названия. И вот иней, вьюга и чародеи готовы к новогодним состязаниям. Все очень ждут этих эстафет, все очень рады и довольны. Эстафеты эти нужны, потому что это, в общем-то, двигательный навык. Просто в праздники мы проводим немножко тематические, скажем, эстафеты. Спортивно, чисто спортивные эстафеты у нас направление другое, в зависимости от того, что мы развиваем, прыгучесть, ловкость, координацию на тренировке. А здесь у нас такие вот забавные, смешные эстафеты какие-то. В числе 10 эстафет «Мороз невелик», «На лыжах за елками», «Три белых коня», «Прокати снежный ком», «Веселый хоккей», «Прожонглируй комом», «Попади в цель», «С Новым годом» и «Хоровод вокруг елки». Эта эстафета вызвала особый интерес у ребят. Первый участник должен был оббежать вокруг елки, которая стоит на более близком расстоянии от участников, и взять за руки второго игрока. Дальше они бегут вместе и забирают третьего, и так до тех пор, пока не выполнят задание всей команды. Членам жюри необходимо было следить за тем, чтобы хоровод не расцепился. Все ребята доказали, что они отличная команда. Ловкие, быстрые, веселые и дружные. Мне понравилось. Только я играла два раза. В первый раз мы играли со Снежинкой. Еще один вожатый был, мы им помогали. А второй раз вот сейчас заняли второе место. Я играла, но хотя я получила третье место, мне все равно, мне очень понравилось. Я играла второй раз, а в первый раз мы заняли первое место. Пока жюри совещалось и подводило итоги, Дед Мороз и Снегурочка играли с детьми в снежки. За участие в новогодних веселых стартах все получили фруктовые призы. Это стало отличным завершением спортивного праздника.